Всемирному дню улыбки активисты молодежных движений решили выразить свой поклон и радость, устроив в центре города супер-смайл-флешмоб. На площадь Пушкина пришло около 60 человек. Правда, заявлено было больше. Организаторов количество участников не расстроило. Сюда все-таки улыбаться пришли. И вот сегодня мы здесь собрались для того, чтобы сделать большой-большой смайлик, чтобы люди улыбались, чтобы проходящие люди как бы поднимало настроение. И вот даже солнышко, смотрим, вышло после дождичка. И надеемся, что наш смайлик так поднимет настроение горожанам и поправит погодку. И мы хотим всех, конечно, поздравить жителей Иваново с этим веселым праздником. И мы попытаемся выстроить большой, веселый, живой смайлик на нашей площади Пушкина. С днем улыбки! Превращение ребят в один большой дружный смайл происходило в течение 40 минут. В итоге получилась такая вот слегка упрощенная версия привычной нам рожицы американского художника Харви Белла. Он же, кстати, и придумал Всемирный день улыбки и добра. На самом деле, в координации в нашего сегодня флешмоба не было ничего сложного. Ребята наши все были молодцы, все хорошо понимали, что им нужно, для чего они делают те или иные действия. Как итог, красивая улыбка, красивая анимация, красивые поздравления горожан с Днем улыбки. Невольно вспоминаются слова всеми любимого барона Мюнхгаузена. Серьезное лицо еще не признак ума. Все великие глупости на этой земле делались именно с таким выражением. Так что улыбайтесь, господа, и чем шире, тем лучше. Нина Сардейская, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.